Эй-ей-ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Серега, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас карта FNAF 1, аниматроники гоняются за нами, мы их уже очень много штук поставили, сейчас мы включим, и они начнут за нами бегать и мочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы их включаем. Вы готовы? Да. Страшно, вырубай. Да, стойте, дайте я зайду вовнутрь. Я что, наверное, тоже не дурачок, они же сразу меня убьют. Все, а че вы за мной все бежите? Все, я их включил. Жить хотим. Я их включил. Ой, я их не включил. Ой. Все. Толпа. А че, давайте... А двери удалим, давайте. Так я их удалил. Говно, я их удалил, да. Блин, прикольно. Удалил, а теперь сам. Так, я залечу вовнутрь, так интересней. Мужики, а че вы не заходите? Все ж свои. О! Я и здесь двери удалю в пиццерии. Так, так, так. Я вижу, я вижу. Я тоже потихоньку двери... А если чё? Так, пацаны сыкают, да? Буду... Ты чё застрёшь? Тут не единый... Нет! Так, стоят ножичками, чикаю, да? Я выхожу на улицу. Так, я их отманил, они немножко отошли от входа. Меня за жопу чика укусила. Серега, я думал, ты будешь дольше держаться. Я дольше, чем ты держался. Я согласен. Я ж вообще на полунубище. Слушай, Дима, некоторые в стульях застряли. Да. Так, почему-то они слабо за мной гоняются. Я хочу сильней. Ай, господи. Как мне Чича убила. Окей, ладно. Чича убила, да? Чича. Это новый вид аниматроника, ребята. Чуча, чуча, чача. Я крушитель стекла, вы знали? А, уже я тут разбил все. Так, чика, она вообще за мной не ходит. Один фиолетовый челик хочет меня убить. Мы тихонечко запрыгиваем. Он не успел, еще бы чуть-чуть, бы я бы сдох, конечно же. Давай, извините, я испугался, я не ожидал, что он... Я все столы удалил, теперь вряд ли кто-то будет. Так, 4. Как мы, да? Ах ты застрала. Давай машины поудаляем на улице. Давай. Вообще хардкор. Что все усложнить еще сильнее. Да. Так, они уже на улицу побегали. Давайте кого-то мы еще поставим. Я знаю кого. Не, вот знаете, маринетка, мне кажется, это очень жестко будет. Давайте поэтому всего-навсего плюс трапа. Не, нормально. Все, я пока больше не буду ставить. Я пошел в обморок. Не ссы. Так, подожди. Все возможно, я удалил тут. Ты че вообще? Ты трапы за мной гонится, чё? Жопа. Он меня нашел. И топчется, главное. Так. Плюштрапы как-то странно бегут вовнутрь, и у них не получается особо. Так, думает, обойду я, не получается. Жирная жопа не залазит. Так, бежит. Серега, да? Он за тобой бежит, прощай. Это не я. А, я думал, ты за папаруса играешь. Да, я за папаруса, но тут еще один щелик. А, два папаруса. Папироса. Крушитель стекла пришел. Я на крыше, меня вообще никто не трогает. Меня нормально. О, они вовнутрь проходят. Серега удалил дверь, и они пытаются толкать друг друга. Чика! Не ссы. Боня! Так, в припрыжечку. Ого, их тут. О, спрыгивай, балди, секунд. Нормально, бежим дальше. Так. Давайте мы их поудаляем. Сейчас, ребята, со всех поставлю другие. Ого. Димас, давай твоего любимого аниматроника поставим. А у меня не все паки скачаны, может быть и рорка. А ну покажи, какие, например, я ж не знаю, кто мне любимый. Маринетка, что ли? Да. Не, мне кажется, это будет жестко. Ну давай тогда поставим. Не, нормально. Давай, Димас, побольше. Побольше. За мной уже гонится одна маринетка. Все, лимит стоит. Больше не буду. Все, может... давай, Димас, побежали, спрыгнем. Они уже зашли вовнутрь, как так быстро? Нифига себе, они дорогу, да, знают четко? Сразу нашли нас, моментально. Это очень жестко. А что нам делать? Раз они нас на спауне зажали. Я знаю, надо, чтобы кто-то возродился и сразу полетел.
Я полетел. Все, я ушел со спауна. Я тоже. Машину. Пацаны, там к вам сюрприз еще идет. Я Димас, думаю, по-моему, что-то... Ой, а что вылетело? Пожалуйста, не надо. Надо, надо. А что вы, пацаны, сразу засмущались как-то? А что вам не нравится? Не надо. Да прикольно, чё? Я побольше на себя сагрю. Я побольше их. Давай, агри. Надо им глаза смотреть, чтобы они просыпались, а да? У меня уже зажёг опыт. Так, подожди, а как? Всё, я на себя четырёх загрил. Ну или троих. Вообще не знаю, сколько загрил. А, да, он за мной бежит. Ребята, смотрите, как прикольно бегает. Ах ты жлоб. Я уже шестерых на себя стягиваю. Ого. Беги, Серега. Чё ты не так орут? 7, 8, 10. Я внутри. Так, смотрим, как пацаны умирают. Димас, за мной просто орава бежит. Они знают карту, они вовнутрь даже бегут. Это, понимаешь, они абсолютно всех убивают. Абсолютно всех. Вообще сильно, смотри, как гоняются. Ой, Димас, я по тебе не попал, надеюсь. Не. Это за мной араба бежит, не за тобой, Димас. Не? За тобой точно. Это за мной бежит. За мной только один. Блин, я так прикольно откидываю, да, далеко? Очень далеко. Серега, за ты меня в арбалета попал. Ау. Мне больше всех. Угу, не резко поднимается, эти лучше. Это из цепи, которые мы отдельно качали мод. Они круто работают. Еще ты должен встать. Серега, я с тобой хочу побегать. Я наверх побежал, всех интересно. Всех на себя сагрил. Так, давайте поудаляем. Не всех. А вот теперь всех. Я почти всех сагрил. Я убил, а такая рама. Слушай, они все на меня переагрились. Бошку сломали. Знаешь, что Серега заметил? Не все двери удалились, некоторые удалились. Блин, он нашел меня. Он нашел. Я думаю, пора действовать. Ты думаешь? Знаешь, о чем было. Да. Не надо, Серега. Ну давай я чуть-чуть взорву, а потом ты. Проверим, мои бегать. Бомбы возьмут их или нет. Интересно, если они будут по ним бегать, они будут взрываться? Ну и... Чё? Убила? Я вроде убил скромник, но при этом убил бомб. Что? Димас. Все, больше Димас, не буду. Давай. Больше не мои буду. Мои бомбы их не берут. Почему? Ну вон они сидят живые. Ах вы жо. Да ё-моё, да хватит, Димас. Так это не я уже взрывал. А, это наверное старые это активировались. О, сидит челик. Сейчас я устрою. Хиросиму. Вау, меч ты сделал. Ого, горит. Сагрелся. На меня. Я валюсь. Да ё-моё, Димас, ты сказал. Да это не я. Да ты. Да не. Да ты. А что ты взрывать тут собрался? Некоторые скромники все-таки. А ты сам подумай хорошенько, Димас. Ой, красиво взрывается она. На крышу. Да почему я взрываюсь опять? Поджигаю сам себя. Так это обычная бомба. Это голимая царь. Бомба. Это царь бомба. Вот такие, наверное, надо парочку взорвать. Трое скромников сидят сзади. Три скромника сзади пиццерии. Не? Господи. Я до сих пор радиация мутой. А то они взрываются, наверное, немножечко. Сзади три скромника. Хорошо, давайте тогда вот эту огненную взорвем. Я загрел. И сдох от радиации. Ой, они в воздухе зависли. Серега, вот бегает еще один. Да что они бессмертные какие-то? Там еще двое. Они живучие, засранцы. Сейчас. Нет. Я найду бомбу. Я точно знаю, есть такая бомба, которая вообще против них хорошо подействует. Там ракета летит немножко в воздухе. О, вот. Ого. А почему я кого-то дробашом убил? Понимаю. Блин, они живые все равно, я не знаю, их невозможно убить, Серега. Где они? Где? Сейчас. Да там ты есть парочку быстрее. Еще. А, вот, передо мной. Оу. Ого. Все, да? Да. Там вот сидит. Вот они. Что их берет. Сидит, лежит, Димас. Да вот еще сидят двое штук, ты че? Ой, Серега, ну не надо. А чуть-чуть.
А это уже не я, это Димас. Я разве? Ой, как хорошо вот. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.